Инна Афанасьева в нашем проекте вышла на сцену с новым молодым человеком, чем внесла смятение в ряды своих поклонников. Да ладно, это молодой человек внес смятение и в наши ряды, Ирина, и в другие ряды. Вот тех барышень, например. Но грядут перемены, и песня, которую сегодня исполнит мамочка и ее сыночек, так и называется «Ветер перемен». Это, наверное, становится таким вторым домом, театр. По крайней мере, мне здесь комфортно. О чем мечтает актер? Не стоять на месте, постоянно развиваться, что-то делать новое. Но есть на свете ветер перемен. Он прилетит, прогнав ветра измен. Как я попал в проект? Это ни в коем случае, там, не знаю, не самый пиар и нежелание попасть на экран. Просто меня попросила мама, и я, наверное, не мог ей отказать. Предвкушая диванных комментаторов, хочу сказать, что да, это мой сын, да, мы пришли, мы поем вместе, делаем это так, как можем. Мамой, конечно, безусловно, плюс. Но есть момент. Наверное, я всегда стеснялся петь при ней, потому что у нее это очень здорово получается. Про маму могу сказать, какая она ответственная, любящая, заботливая, профессионал своего дела. Первый раз и молодец просто. Хотелось бы все время лучше, 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 идеально. Нет предела совершенства. Инна Афанасьева и Иван Стрельцов. Песня из кинофильма «Мэри Поппинс». До свидания. До свидания, Ирина. Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей, срывая дверь с петель. Круша надежды и внушая страх, кружат ветра, кружат ветра. Сотни лет и день, и ночь вращается карусель. Земля. Сотни лет все ветры возвращаются на круги своя. Но есть на свете ветер перемен. Он прилетит, прогнав ветра измен. Карусель, земля.
придет, он будет добрый, ласковый. Ветер перемен. Сын, посмотри на Ивана, посмотри на Инну, Ирина. На самом деле закрадываются такие смутные сомнения, то, о чем вы говорили, мама и сын, да? Девушка в районе, в области возраст 18-20 лет и такой большой сын. Вот, это о красоте Инны. А, честно говоря, на сцене мы сейчас увидели, я выражусь иносказательно, мы увидели яблоко и яблоню. Недаром говорят, что яблоко от яблони далеко не падает. И мне исполнение настолько понравилось. Очень здорово. Здорово была исполнена эта красивейшая песня. Замечательное выступление. Наверное, непростое. Нет, вроде нормально. Вроде нормальное. Да. Но сейчас почему-то я стала волноваться вдруг. А есть же еще и такое выражение, что природа отдыхает, наоборот. Как здесь, Ирина, не отдохнула природа? Ой, я хотела бы уже поздравить Инну с победой, по-матерински в том числе. Я сейчас говорю не о баллах, это настоящее, это большое счастье, когда твой сын добивается таких успехов. Мне очень понравилось, как пел Иван, мне очень понравилось. И даже больше понравилось, чем мама. Простите меня, Инна, пожалуйста, здорово, молодцы. Виктор Сергеевич, хватило ли тут всего? Ну что ж, профессиональный, спетый, теплый дуэт. Конечно, чувствуется эта сердечность, душевность. Спасибо большое, низкий поклон. Вот вы говорите спеты. Вы что думаете, они дома на праздниках тоже поют? Ну, я вот сомневаюсь. Есть такие вещи, которые, ну, они невозможно увидеть глазами, но их только чувствуешь сердцем. Вообще музыка Дунаевского, она очень красивая сама по себе. Я обожаю музыку Дунаевского. И мои первые песни, когда я приехала в Минск петь в оркестре, это как раз были песни из кинофильма «Мэри Поппинс». Этой песни не было, но были другие. Ну вот теперь альбом полностью практически записан, практически, можно сказать. Практически, да. Пожалуй, соглашусь с нашим жюри. Это действительно самый теплый и нежный дуэт нашего проекта. Спасибо вам за ваше мнение, а мы продолжаем.